Число пострадавших при столкновениях у Верховной Рады Украины в Киеве возросло до 124 человек, сообщил в понедельник на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Зорин Шкиряк. Ранее сообщалось о 122 пострадавших. Последние данные о пострадавших в ВР, Верховной Раде, РЕД. Уже 124 раненых. Один человек погиб. Один из наших воинов находится в коме после тяжелой травмы, написал Шкиряк. Парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко принял в понедельник в первом чтении проект изменений в Конституцию страны в части децентрализации. Принятие документа вызвало протесты со стороны ряда депутатов. После голосования у Рады происходили беспорядки, порядка 30 человек задержаны. Один военнослужащий скончался в больнице. На данный момент столкновения прекратились.